Ну что ж, добрый вечер, маньясечка. Я тебя не заметил, прости, родная. Здравствуйте, всем добрый вечер. Мы очень рады сегодня быть здесь, и это действительно так. Потому что на сцене мы не часто вместе находимся. А с Игорем мы вообще вот второй раз на сцене стоим. Позавчера... Позавчера порепетировали немножко, и вот... И все у нас вроде бы получилось, да. Вроде бы. Потому что всегда остается какая-то тайна, которую хочешь оставить себе. Да, момент импровизации. А вот с Сашей Вершининым нас связывает дружба уже в течение 10 лет. Когда мы с ним познакомились в первый раз, когда услышали и увидели друг друга, то здесь все стало почему-то вдруг ясно и понятно. И в течение 10 лет мы пробовали, да, делать разные проекты, вместе выступали, удачно выступали. Мы даже на корпоративах «Машину времени» играли. Да? Это потом вырежьте из интернета. Профессор Московской консерватории играет «Машину времени». Тин-тин. Александр Вершинин. Мы не мудрствовали сегодня лукаво, знаете ли, на какие-то экзерсисы типа «Вторая сюита до мажор, си бемоль, минор». Такого не бывает. Вот мы не мудрствовали по этому поводу. Мы решили, что пойдем по накатанной. Сейчас Александр покажет вам фокус. В руках он держит некие приспособления, которые вы можете расценивать как... Покажи одну штучку. Маленькие листочки бумаги. Не так ли? Александр имеет такое странное, необыкновенная потребность у него всегда спускаться в зал и продавать по рублю вот эти маленькие листочки. Да. Я ему помогаю, если на случай будут приставать к нему. Сейчас Александр обойдет вас всех, практически у каждого будет из вас листочек. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, мне выйти в зал и посмотреть вам всем в глаза и познакомиться, сказать здравствуйте. Во-первых, потому что всегда это очень важно. После этого концерт идет очень легко. Должен вам сказать, никаких напрягов не существует. Когда ты видишь друзей, которые приехали сегодня специально from United States of America, это вообще просто... Об этом человеке чуть позже я расскажу. Так вот, Александр сдает эти бумажки, пока я рассказываю, пока я гоню пургу и хожу по залу. Что нужно будет делать с этими бумажками? Как вы думаете? Тяните время, потому что можно было это заранее сделать и уже давно наслаждаться музыкой. Молодой человек, выведите его, пожалуйста. Для чего нужна эта штука? Да. В какой-то момент мы вас попросим поделиться с нами неким образом. То есть вы придумываете тему, это образ, скорее всего, да? Что такое образы, еще не забыли, что такое образы? Не знаю. Снегирь на ветке. Понимаете, да? Чтобы это был образ видимый, там, не галлюциногенная абстракционная компартунская вертышка, да? Хотя и это можно сказать. Нет, все, да, снимаем. Снимаем. Вы должны написать на... придумать эти образы и нам это все прислать. Да? В течение концерта. А в конце у нас будет номер из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, из n-ного количества. Договорились? Когда мы с Сашей встретились, он играл замечательную мелодию, которую я очень люблю. И люблю до сих пор. Вот с этой мелодии мы сегодня начнем.
Следующую также за I'm a vengeance. I'm a murderer.
Но спасибо. Так как весь наш сегодняшний концерт мы назвали в честь Игоря, что нам, собственно говоря, мешает похулиганить на этом концерте? Поэтому все вот эти вставочки такие маленькие, провизационные, они будут происходить, если будет все, ну как будет. Следующая композиция создана, соткана буквально из... Thank you.
know these birds. So a little fight, isn't it good? Sashkin Raya. I must be strong.
все в последнее время выступают с примочками. А эти без примочек создают какой уют. Дорогие друзья, сейчас произойдет небольшое превращение. Я о нем расскажу чуть позже. Это акцент будет. Не дают, да? Пришлось. Да, пришлось. Да? Thank you.
Шурик, сейчас... я все слышал. Я хотел сейчас в моем стиле сыграть мою композицию, которая называется «Диталог». Thank you.
Мы сделаем перерыв через одну композицию. Зачем я это сказал? Сказал и сказал. Слово не воробей. Ну, во-первых, можно сделать перерыв для того, чтобы приобрести мои пластинки, которые я уже наплюю. И заодно купить алкоголя. Во втором материнке. Так, ребята, предыстория следующей... как это сказать, следующего рассказа, что следующей истории, которую мы вам сейчас предложим, она базируется на двух вещах. Первое, это то, что я поклонник этого человека, о котором, в общем, собственно говоря, будет идти речь, и чья песня будет звучать следующая. Игорь. Всегда. Всегда. Всегда ваш. Ну, мало того, что вот так вот у меня получилось, что я к этому человеку уже с 15 лет, в общем, он является для меня вот таким маячком, знаете ли, такой планочкой, которая меня все время подтягивает, не дает вот скиснуть, скажем так. А мой друг написал о нем маленький рассказ. И когда я почитал этот рассказ, я подумал, так это же вот, это же обо мне. Сейчас мы вам... покажем, расскажем музыкальную историю, которая называется «Прошлая жизнь» или «Beautiful Night». Кто-то ловит рыбу в Беловодье.
Здесь не переживать и не париться, что называется, да, не делать из себя ни звезд, ни кого-то другого. Правильно, Игорь? Конечно, или не забывайте покупать пластинки. Да. А я ей говорю, ну, милая, прости, ну, давай попробуем еще разочек, тин-тин. И она бы вроде точно присмирела, начнем тогда, давайте за дело.
смотри, там сидят ракеты, здесь пылесосы, здесь такие маленькие кибуринутосы, пирики, жмирики, туторики, малины, о, и еще такие вот мальвины, о, как там чудеса, вот какая лёжка и колбаса, вот такое вот вступление для второго отделения. Интересно, братцы, как же здорово, когда вот так чапурина чама, чапурина чама, чапурина чама, чапурина чама, чама, чапурина чама, чапурина чама, чапурина чама, чапурина чама. Записочками. Готовы? Ручек нету. Это все отделение сидели без ручек. Так, ну ладно, давайте так. У кого что готово? Пожалуйста, несите вот на этот столик. Потому что время близится. Давайте туда. Да. Вот, хорошо. Ну что, все принесли? Мой ассистент сейчас соберет. Сури, хорошо, что ты меня знаешь давно. Готово, блин, там тут все было. Так, все, собрали. Ребята, значит, рассказываю. Я вышел вот с этим инструментом, потому что очень люблю бас-гитары. Обожаю бас-гитары. С 15 лет я играл уже в школьном коллективе на бас-гитаре и пел при этом. Немногие басисты могут это делать. Не потому что не могут, потому что не хотят, не знаю. Немного проще. Но мне очень хотелось, чтобы был гармонический инструмент еще при этом. Чтобы он был не только ритмический, но гармонию можно было взять еще там. Потом появились струнные басы. Вот этот бас — это такая комбинация бас-гитары с гитарой. Строй у нее гитарный. Я специально покупаю, докупаю, там все. Короче говоря, это мой дебют, поэтому я не знаю, я нервничаю или не нервничаю, но я могу играть это очень долго. Поэтому, если вы попадете в грув, будет очень хорошо, можете танцевать, петь, пятое-десятое. Для этой песни я очень хочу представить вам и попросить выйти на эту сцену. For this song I would like to present for you моего друга из Америки, my friend from America, его зовут Джимми Билл. Он является последним учеником Джо Морелло, кто знает. Thank you.
something. Почему я начал? That was mama. Ха-ха. Please do it a little bit louder. One, two, three. One, two, three. What's going on? Не работает почему? Все? Так. А вот это все ничего не делает. Что такое? Почему он не работает? Решили сегодня это и посмотреть. Друзья мои, ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Я с удовольствием на эту сцену опять приглашаю великолепных музыкантов и артистов, потрясающих. Александра Вершинина и Игоря Ивановича. Милый. Лёш, работает, нет? Нет, Лёш хорошо работает. Лёш, хорошо. Давайте похлопаем за это. Самый лучший звук в этом клубе у Лёши. А сейчас...
сейчас мы исполним с Сашей произведение, которое записано в моем альбоме, который продается в баре. Я еще раз акцентирую на этом. Нет, один купили. Этот альбом называется «Одинокий колокол в пустыне». Это является главным произведением этого альбома. В принципе, идея, чтобы я записал этот альбом, произошла после того, как после концертов ко мне подходят люди и спрашивают, где можно послушать еще и где можно купить пластинку, чтобы вот колокол послушать ваш. Поэтому я решил его записать. Но сейчас не об этом. А сейчас произведение, которое называется «Прощание навсегда». Сегодня 21 марта моей маме исполнилось бы 76 лет. И это произведение и на пластинке, и сегодня я посвящаю своим родителям, и в частности вот моей маме. Это произведение называется «Прощание навсегда». Thank you.
Записано на этой пластинке, которая продается в баре. Произведение называется «Индийские сны». Это произведение я в последнее время уже достаточно часто исполняю. И навеяно оно у меня было от встречи с моим другом, украинским музыкантом, который играл для меня на индийской флейте. Это вот такая где-то метр полтора трубочка деревянная. И я был настолько втянут в эту музыку, что начал разбирать индийские раги, как они строятся, и написал вот такую пьесу, которая называется «Индийские сны». Сегодня я сразу музыкантами исполнял, с фортепиано, с саксофоном, а даже такие поющие чаши, так называемые, израильские, был музыкант, который со мной играл. Сегодня я предложил Коле, и он сразу согласился, поэтому я думаю, что to be.
что я здесь делаю? Что я здесь делаю среди этих просто потрясающих музыкантов? Его, кстати, и нету. Ну давай, хватит, все, сиди. Давай тогда я сейчас сыграю на фортепиано. Я умею, но только одной рукой. Хочу для того, чтобы... Блин, сколько задач в одной голове, собрать эти штуки. Значит, я хочу, чтобы вам, во-первых, мне помогли. Танюш, поможешь? Вот возьми это, положи куда-нибудь в какой-нибудь, чтобы мы потом вынули из этой... Ну, типа такого, ну, Лёхе козырёк. Да. Значит, друзья мои, сейчас произойдет еще одно событие, великое, я считаю. Уверяю вас, господа музыканты, это тоже будет, надо нам всем в жизни пройти. Все есть. Я хочу пригласить на сцену. А мы сейчас делаем эти штучки? Сейчас. Все, тогда все, тогда все. Значит, так. Кручу, верчу, ворожу, ворожу. Че? Че? Че ты чокаешь? Дочь, я говорю, не чокай. Ага, не чокай, а папа. Ну и чё, как у тебя дела? Давай. Ты же не сверху только вставай. А чё, не все будете играть, что ли? Тихо. Ничего себе. Ну. А. Ну. Ну. Матрица какая? Ну. Так. Александр Вершинин совсем не умеет играть. Я не хотел разрушить, я думал, совсем тебе отдам, как бы, что делать. Подпись есть?
Ребят, на той записке было написано прям пещерина вся записка, просто вы знаете, когда пишут каляки-маляки на этой. Писали когда-нибудь? Каляки-маляки писали в детстве? Вот там вот так вот написано: браво, 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 браво. Точка. Так, рыба-пила. Итак, у нас сегодня... в каком смысле? Давайте вот в таком смысле, в котором все подумали. Дорогая, немного выпила. Совершенно верно. Итак, рыба это... Мы понимаем что с вами, что это не рыба. Рыба это, ну, рыбка моя, да? А тут рыба. Да еще и пила. Она просто рыбу пила. Она сегодня... позволила себе, так сказать, уплыть. Она такая подумала, вот что я делаю вот в этом аквариуме? Меня видно везде. Зачем мне здесь быть? Так, как-то надо выбираться из этого аквариума. Надо выбираться. Вот как-то надо выбираться. Вот как надо выбираться? Это ж надо где-то веревку достать. Ножовку. О, нет, нет, подумала рыба, нет, я лучше останусь здесь. Я не пойду никуда, буду здесь сидеть, телевизор смотреть. Мой придет, скажу ему, вот обед. Он скажет, а где обед? Я скажу, вот обед. Он скажет, вот это вот обед. Вот это вот обед. Вот это вот обед. А ты что хотел? Ты хочешь, чтобы я корячил себя везде? А потом еще ты приходил бы ко мне и говорил: ну давай, давай, бей. Знаешь, что, милый, хватит. Хватит, 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 хватит. Вашей банки немножечко фасоли. Зачем мне фасоль? Подумала рыбка. Зачем мне фасоль? Зачем мне фасоль? Подумала рыбка. Зачем мне 10 литров фасоль? Зачем мне фасоль? Подумала рыбка. Зачем мне эта проклятая фасоль? Я не знаю, где я. Кто вы? Здравствуйте. Зачем мне фасоль? Ответьте.
Да. Спасибо. Да, ребята, значит, у нас с вами заключительный номер сегодняшней программы, который мы хотим завершить совершенно потрясающим, потрясающим номером, как я сказал, номер, а потом еще раз сказал номер. Очень удивительный, я смешной сегодня какой-то. Алексей Цыганов, пожалуйста. Леш. Леш. We'll be right back.
Алексей Цыганов. Музыкальные истории. Спасибо вам большое. Николай Масальский. Их столько много. Не отпустим вас, пока все не исходят. Я тоже. А попури, попури, прям по нескольким таким зарисовкам. Все, поехали. Tout l'univers se donne et on a tout le temps.
разрешили. Доброго вечера.